Хотите носить камни первого порядка ежедневно? Канал Shop & Show и бренд Tiosa дают вам такую возможность именно сегодня. И по эксклюзивной цене. Встречайте, это готовый изумрудный образ для всех любительниц глубокой зелени этого драгоценного камня. Дополните свой образ в колье. И не надо думать, что колье носится исключительно по особому поводу. Отдельно колье можно носить даже ежедневно, ведь вы богиня. Пробудите же богиню внутри себя. Выбирайте только лучше, вы этого точно достойны, а сегодня у вас есть еще все возможности для того, чтобы только лучшее себе преподнести. Цена действует только сегодня. У нас эксклюзивные эфиры, посвященные бренду Tiosa. Не надо дожидаться окончания дня, чтобы увидеть все украшения. Дело в том, что по окончанию дня их может не остаться вовсе. У нас даже в рамках одного прямого эфира ювелирные изделия заканчиваются. Что уж говорить о том, что к концу дня их может вовсе не остаться. Итак, 5 натуральнейших изумрудов, 5 природных драгоценных камней первого порядка в вашем украшении. Вот сколько у вас на данный момент изумрудов в вашей шкатулке? Дорогие женщины, изумительный и блистательный камень. Камень, который продлевает нашу молодость. Камень, который притягивает деньги. Камень, который будут носить еще ваши внучки и правнучки. Потому что действительно у изумруда нет никакого срока годности. Собственно, как и у родированного серебра. Очень вам рекомендую сегодня сделать правильный выбор, принять то самое верное решение и заказать натуральные камни в драгоценных металлах. Ой, что с нашим изумрудом случилось? Он превратился в рубин? Бренд Tiosa предлагает вам все камни первого порядка на выбор. Решайте сами, что это будет. Сапфир, который я вам уже презентовала, изумруд или это будет рубин? Абсолютно любое колье в этой коллекции стоит в одну цену. Камни первой категории. Да, Лалечка, не смотри на меня так удивленно. Я хотя понимаю, конечно, твое изумление, но такой возможности может и вовсе не быть. Сегодня мы предлагаем вам абсолютно эксклюзивные цены на ювелирные изделия от бренда Tiosa. Украшения, которые исполнены из драгоценных металлов с натуральными камнями, дизайн которых разрабатывается по-прежнему в Италии. Что предпочтете вы? Какое украшение вы выбираете? Это будут изумруды, это будут сапфиры или это будут рубины? Решайте быстрее. Хотя зачем решать? Я понимаю, что сейчас очень сложно определиться, потому что хочется иметь сразу все три камня первого порядка в высшей категории. Не надо задавать себе такой сложный выбор. Не ставьте себя сейчас на таком распутье и перекрестке. Посмотрите, как наша Лаля меняется. Только что она сидела в изумрудах, а сейчас она уже примерила рубины. Ну, действительно, Лале крупно повезло. Она сегодня все камни первого порядка носит. Она успела примерить сапфиры, она успела уже поносить изумруды в нашем эфире. И сейчас красуется в рубинах, если бы вы видели. Свысока сидит на меня, смотрит, как настоящая царица. Ну, Лаля, имеешь право, потому что рубины – это камни вожди, это камни, достойные настоящих королев, истинных императриц. Но мы возвращаемся к нашему непростому выбору и пытаемся определиться, что же окажется в вашей шкатулке. Изумруды, сапфиры или рубины, или три камня сразу, или хотя бы два. Итак, возражение насчет того, что у вас сразу нет такой суммы денег, не проходит, потому что сразу платить не надо ничего. Сейчас ваша главная задача успеть заказать, а платите вы только при получении. Какие еще у вас могут быть сомнения? Натуральность камней, я ее уже проверила специально для вас. Тестером для проверки натуральных камней ни в одном магазине никто вам не предложит такую возможность. Даже никто не заикнется о такой возможности. А если вы со своим тестером придете, интересно, вам разрешат? Ну, попробуйте как-нибудь провести эксперимент. Но только после того, как вы успеете заказать в нашем эфире колье с драгоценными камнями. Милые дамы, первый класс истинно драгоценных камней. Это великолепная ювелирная четверка. Бриллианты, рубины, сапфиры и изумруды. Сегодня у нас три камня из великолепной четверки представлены. Это рубины, сапфиры, изумруды. Какой камень сейчас пользуется большим спросом? Мне просто интересно, любопытно, как женщине в первую очередь. Товарищ продюсер, сейчас мне ответят. Но не надо дожидаться вам этого ответа, надо успеть заказать. Вдруг тот камень, который хотите заказать вы, на который вы положили глаз, сейчас заберут.